Всем привет, вы на канале Крис Плей, меня зовут Крис, и сегодня мы продолжаем играть Рафт, и мы добрались до первого сюжетного острова. Что же нас ждет, узнаем прямо сейчас. Мы отправляемся как раз на этот остров. Так, поднимаем хлам. Вот сверху я вниз нырну. Давай, я поверху пойду. Попаркурю. Вроде что, да, паркур начинается. Ну, наверху, да, на крышу там. О, портфельчик. О, первая записочка. Я акула пытается активно укусить меня, но не может зайти сюда. Наказали акулы. О, еще записку нашла. Не появляется быстрее, чем чел успеет зачитать содержимое. Ничего, он расслабился. Оп, ящик. Вроде внизу все обмутано, но можно всплывать. Что там? Я упал. В воду? Да. Всплывай. Возвращайся тоже. Да, я акулу целю. Блин. Да я заползла сразу в здание. О, нет. Да. Под зданием плавает. Да. Она за мной была. Вот она. На, пожи. Так, ну я сейчас опять, наверное, запрыгну, потому что я на самый верх не запрыгнула, я упала. Угу. Точнее, с какого края я запрыгивала? Вот отсюда. Я, короче, застряла в текстуре. Меня она тупо столкнула. Так, лестница тоже сделала подъем наверх вертикальный. Да. Не только вам с Антоном радоваться жизни. Это удобно, да, чем эти роскошные здоровенные лестницы. Ты резко поднялся, и место много не занимает. Ну. Кстати, у тебя же еще не находила никакие? Нет. Что-то не понимаю, где тут. Ну вот я этот уже добралась до самого верха. Записку нашла. А вот первый чертеж. Налобный фонарь. Но они же подсвечиваются. Записки, все. Да. Не, чертежи только в этим. Ауры типа подсвечиваются, как бы теперь. Ну. Блестят много. Я просто ничего не нашла. Может быть, они все под водой? А достижения тебе еще не дали? Нет, вроде. Или ты наверху еще не была, да? Я вот еще на самый верх лезу. На вышку. Да. Да, на вышке, может, чертеж посмотреть же. О, Тала. Человечек, привет. О, да. Здравствуй, для переработки. Вот сейчас вылетело достижение. Все записки типа, да? Окей. О, знакомое лицо. Long story. Really, really long story. Anyway, nice raft. Мы можем позвать? Нет, она просто так говорит, на самом деле ее. Просто ты можешь за нее играть потом, если не выберешь. А-а-а. Ну так неинтересно. Да, ботов здесь нет. Да. Заманчиво было. Ну смотри, мы забрали записку, у нас есть координаты следующего острова. Собственно, с этим мы закончили, его можно покинуть. А, это типа заново с ним поговорить можно. Да, бесконечный диалог. В принципе, все, можно корабль купить на новый. А ты под водой все пособирал? Все ресурсы? Ну, хлама. Хлама немножко осталось. Ну, давай хлам пособираем, потому что хлам же можно переработать будет. Ну да, кстати. Кстати, пойду ту штуку красить. Ой, ящик нашла с болтами, кстати. Сейчас это чертежи выкинь, все есть в рюкзаке. Столик куда делся? Следовательский, что-то... Наверху, возле этого. Так. Наверху дальше. Не надо кислород набрать. На дне валяется кислород и всякий мусор.
Ой, бля. Что ты сделала? Тварина. Акула меня бьет. Что я тоже побью. Где это? Ну она под этим. Блин. Вот она. Угу. Короче, на корабле воспользуется лепной мазью. Хоть проверим ее свойства, как она работает. А то придумали, изучили, а как работает, не знаю. Это, в принципе, все, что у нас есть. Можно собрать и валить. Лобный фонарик тоже изучим. Угу. Что-то уже изучил, сейчас попробую скрафтить. Я тогда собираю акулу. И поднимаюсь к тебе. Угу. Мы готовимся к исследованию дальше. Вот еще птицу просто пойму. Так, это я забью новые координаты заранее. Давай, погнали. За новыми координатами. Ну-ка, а если этот убрать парус сейчас? Я тебе помогаю, пошли, это уже грибов. Попробуй грести, посмотрим, будет Андреас. Я грибу. Или не грести? Попробуй не грести, посмотрим, по чему идет. Отпустил. А, да, надо грести, нас откидывает от него. Ладно, давай вдвоем. Жесть. Бочки отдались. Это пипец какой-то, да. У нас такого не было. За что это мне сразу досталось? Приплыли. Чисто челлендж подкинула игра. Чтоб скучно не было. Так нам так не скучно было. Согласен. Кстати, надо скрафтить эту внутри фонарь, думаю. Батарейка, веревка 2. Веревки окей, а вот батарейки я уже не помню как-то. А, могу, кстати. Веревки есть. Окей. Много. Веревки я скрафчу, да. Так они так были скрафчены. Скрафчу. А, блин. Ладно, так, батарейку вот, на лоб одену. Ты тоже сделаешь? Походу, мне твоя помощь нужна обрести. Угу. О, приближаемся вроде. Хорошо, я два весла сразу сделала. Угу. Да, мы приближаемся определенно. Благо сейчас мы на этом мосте золотаем движки, руль, и уже этой хрени не будет, типа. Всегда поплывем туда, когда захочем. Никакие весла не нужны будут. Это да, а то при с этим дурацким вопросом. Неудобно вообще. Ну это было жутко. Сюда, знаете, я уже расстроиться я бы... хотела и сказать, да ну нахер ваш рафт, я больше не пойду в него играть. Да не, все нормально. После этого острова будем шиковать уже. Сейчас, наверное, плывем где-то в заднюю часть, аж перед, да, в заднюю часть подплыть. Сразу плыть. Ну, не здесь, думаю. Ура! Думаю, прямо в скалу и можно. Отдать швартовые. Опустите якорь. Сейчас упор поближе. Еще. Плавником, чтоб заказался. Вот так, все, бежали. Опа, выпустить. Ну, вроде все. Обошлось, да? Да, наконец-то. Ты сделал там лобный фонарь? Ну да, я думаю. Или у тебя и так яркость высокая? Ну, сейчас посмотрю. Есть веревки, вот они.
Так. Держи. Так пока не одевай, как только зайдем одевай, он будет тратить сразу. Да куда? Да блин. Давай наверху ты мне отдашь, если поймать успел. Ой, я вместе с тобой не успел. Походу он это. Походу он того, да. Грёбаный гарь. Я вообще, почему вода сквозь пол проходит? Ладно. Очень ну вот тут давай. Карты. Сейчас, подожди, батарейка. Хлам не хватает. Хлам был, 4 штуки вроде. Да, да 4 так. Есть. Ну, тут ящик. А, мне весло, так. Наверное, надо выложить. Получается, так, надо выпить и поесть. Ну, наверху пойдем. Наверху. Да. Вот. Надо запаси бутылку воды, пару кусков еды. Есть там на гриле что-то? Нет, 3 куска мяса как раз можешь взять. Подожди, у нас суп не готов, да? А суп это вообще никакой нет. Что-то могу сытиться. Что я могу сделать? Овощной типа, да? Картошка, что-то. Так. Получается, полной воды. Пара кусочков мяса, я готова. Угу. И акула тоже. Там суп катается на всякий случай. Пошли. Сейчас, подожди, на лобный фонарь перецеплю. Время прокачать корабль. Так, чё, пойдём? Сейчас. Опа. Ты уже? Да. Так, нам нужно заплыть в зале, короче. Возьми. Это чё, отплыть надо? Да, опа, кстати, вот это возьму. Механическая деталь. О, ракушка. Ласты. Еще ласты живые, отлично. Гигантский моллюск. Все подводим. Я чую, тут руды будет. До хренища. Руды? Ну, о, да. Одевай, короче, повтори. О, огонь. Да. Так, аккуратно, тут есть враги. Хлам сюда. Записочки собираем. Хлам. Я полутаюсь. Подожди, а что я нажала? А, рубильник, он ничего не делает, просто для красоты. Так, лом используем, смотри. Опа, ломаем. Лом? Линк. Да, его нашел, потому что. Так, вот тут. Это убиваем. Ёпта. Тут требуется болторез. Ага. Ладно. Отсюда выйти. Болторез, которого тут нет? Тут получается... Да, мы тут его найдем сейчас дальше. Так, тут у нас синий ключ нужен. Тут использовать можно. Так, это я нашел. Вон назад пошли. Ну, я тоже посмотреть хочу. Вдруг ты там что-то забыл? Стоп. А чего хочешь? Хлам забыл, пластика забыл. Подожди, надо все собрать. Поверь, оно нам пригодится. Угу. Дверь не откроется. Так, 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 так. Нет, ключ нужен. Пошли дальше сюда. А куда? Ты где? Я обратно вернулась. Угу. Вот сюда, да? Нет. Вот это я возьму. Тут не так. А, вот сюда ключ нужен, да. Тут все, да. Пошли дальше. Вот сюда. О, механическая деталь. Угу. Так, я подняла болторез.
Крафтолист, записка, да, отлично. Требуется 5 механическая деталь. Вот тут, да, и вот тут что-то крафтить будет. Требуется один трон, зажигалка, топливная пуля. Да-да-да, пошли, короче, дальше. А, то есть мы будем призначным самый начало. Угу. Дали. Все взяла. Подожди, я не уверена, что я все взяла. Главный полутор. Сюжетная точно все, да. Так, тут не ключ. Вот здесь был турец, да. Кусь. Запиской. Синий ключ. А синий ключ, по-моему, вот здесь был, ну, прав, да? Ага. Так, теперь красиво. Тут. Так, субтитры отключу. А, ну, пошли, по-моему, в следующую ключ, комнаты все. О, я пулю нашла. Там тоже эти крысы. А пуля... Механическую деталь. Подожди, а пуля тоже, по-моему, думаю, что-то нужна. О, еще механическая деталь. Угу. Я в бассейн спустилась. Ой. Ой. Так, тут, да. Ух ты, крыса. Тут код нужен, что значит. Подожди, я еще не видела. Get out. Ой, музыка пошла в игре. Дверь закрыта с другой стороны. Тоже. Угу. Там не закрыта с другой стороны, значит, по-моему. Ой, я сундук нашла. Угу. А нам на вышку надо подняться? Еще записку вижу. На вышку? Угу, тут вышка есть. У корабля. А, у корабля? А я не помню, насколько там высоко, кстати. Зато еще под... А, вот он. А, тут нужен домкрат. Ух, ё-моё, крыса. Да, вот тут домкрат. Чтоб сдвинуть этот кровь, я так помню. Ой, крыс. Дальше продолжим. Так, я нашел какую-то ключ-карту. Тут мы код пока не знаем. Он наверх, походу. Шли. Тут где-то лестница будет еще выше. Здесь? Нет. А, вот тут. Это убили. Так, нам... А вот здесь нужно использовать, да? Ключ-карту давай сюда. Это. Вот тут. Зеленый ключ. Все, да? Ключ ради ключа, ладно. А тут что? Так, тут срез открываем на выход, да? О! Пошли тогда теперь вниз, там, и к сейфу откроем, получается. Вот здесь, кто кричит? Тут крыса едет. А, в какой комнате была? Вот в этой, да? Ты чё? В этой. Да, вот смотри, сейф. Опа. Провод, да. Все, да? Пошли вниз, получается, наверное, уже скрафтить можем. Что-то там. А где, кстати? А, вот тут. Теперь направо, Так, мы в ту сторону. Получается, вот в эту комнату мы что-то сейчас крафтим, да? Тут.
Тут что-то не хватает, а вот тут можем. Там крат. Зажигалка, топливный бак, пули. Чего не хватает? Топливный бак, топливного пули, бака зажигалка. И зажигалки. Нет, топливный бак есть, значит зажигалки. Зажигалки. Ну, я пойду искать. Ну, тут кто-то есть. А пошли в ту комнату откроем, где домкрат нужен был. И этот, надо еще, наверное, по палубе там пройтись в одном месте. Мне кажется, там что-то будет. Чекай. Я, конечно, могу ошибаться. Я тихо. Они так быстро исполнятся. А вы на палубу можете зайти? А, могут, могут. Ну, ничего на палубе нет, да? А, подожди. Да. Что-то наверх. Может, выше. Ну, вот. Сейчас там крат закинем. Куда? Вот сюда. Тихо. Там вот сюда. Ничего. Смотри. Опа. Я вижу, да. Дыщ. На тебя прям. Ящик. Записка. О, кстати, болтов с хламом накинули. Еще ящик. С готовой свеклой, с готовой картошки, серебряной смузи. Бульон из голов. Кстати, ты если есть. Еще выше не поднимались. Да не особо есть мясо. Если есть хочешь, у меня много еды. И посылка. Нам еще в это еще выше, по-моему, подняться, да. Рецепт красная дыня есть. Красная что, блин? Красная дыня. Так. Ладно. Так. А домкрат нужен еще с собой? Не, больше не нужен. Только для этого места? Да. Нам теперь это еще выше, да. Все выше, выше и выше. Зеленый ключ. Валет. Крыса. Тихо, тихо, тихо. Я такой себе стрелок. Жук-жук. Так, о! Это зажигалка. Все. Что за страшные звуки? Записка включилась. Я чего это взрывается? Это записка автовоспроизведением. Так, а если еще выше подняться, что там? Требуется бомба. Пошли вниз. Бомба для выше. Я же говорю, да, наверх я, короче, надо. Я спрыгну так быстрее. Ой, будет, подожди, наверное. Тут еще ящик остался. Где? Наверху. Как раз с той стороны, с которой ты заходил. Я не вижу ящик. Подожди, я лестницу потеряла. А, вот она. А, выше. Так, шли самый-самый низ. Тихо. Еще ниже. Запутался. У меня, по-моему, фонарь кончился. У меня еще капелька. Должен успеть. О, ты иди-то нахуй. Крыса толовая. Нет, другую сторону. Я уже говорю, темнота, я уже не вижу, у меня фонарь закончился. Так, а направо. Направо. Вперед, вперед, вперед. Прыгунок. Убивай. Вот да. Тут еще где-то. Тут еще где-то. Я их слышу. Они респавнятся новые каждый раз. Так. Сюда. И у меня фонарик. Я как раз в лестницу спряталась. Так. Ура, я убила. Убила. Так, идем на ощупь, ничего не видно. Беги, сейчас рвает. А, ну, спасибо, вовремя предупредил. Что ты поставил ее. Так, черчёж, штурвал есть? Да. Нужно выбросить. Три. Погоди.
А третий чертеж какой, подожди-ка. Ну, я штурвал выкинула. Так, у меня штурвал, двигатель, третий, по-моему, чертеж должен быть. Рецепт ужин из акулы, забери, пожалуйста. У нас же есть такой вроде как, сейчас. А, чертежи по островам сейчас надо. Или два чертежа на этом острове, подожди. Может, два. Сейчас это точно убедимся, что все в порядке. И можно уплывать. Потому что мы все записки, да? Тебе дали достижные записки? Нет. В смысле? По-моему, все собрали. Может, не все? Или может, просто не пикнул? Так, остров. Вассагатан. Так куда? Сурвал мотор. А, да? Все, до чертежа. Ну ладно. Тогда. Задача, мы идем. Строится, говорится. Юху, и там еще чертеж. Че, красота? Да. Ладно, я пока на плот пойду, наверное. Посмотрю, что там скрафтить можно из нового. Убила еще. Я как раз и шла в сторону плота, спускаю же по лестнице. Так. Тут лезущий не делась. Я потеряла, где лестница на выход. Научиться. Так, 54, 99, 99. Подожди, а записка, наверное, еще где-то есть, да? Что, есть? Записка. Блин, я не знаю, кстати, вообще без идей. Я по памяти все собрал, как я помню. Может, когда достижение залагало. Ну, maybe. Давай откроем блокнот, типа, посмотрим. А, да, кстати, по-моему, место есть для одной записки. Ну я сейчас еще попробую посмотреть, но не факт, что я найду. Да, кстати, по блокноту какая странная. Она аж подсвечивается, да? Они, да, ярко подсвечиваются. Вроде как все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну так, слушай, как-то странно. Типа тут... Как будто бы еще одной записки место есть. Ну я вообще прибегу быстренько. Не найду, значит, не найду. Найду, значит, найду. Ну, как бы по этим местам я все прошла. По закрытым локациям. Лестница побежала. Я по каютам вот не всем вроде прошло. Так, у нас конструкция от корабля не подстроена еще. Под мешки. Получается, вот здесь один, да? И вот здесь. Сейчас попробуем. Меня мотор. Тут крысы бьют. Веревок у нас много. Микросхему я сделаю. Да, мы не нашли. Еще целый ящик. Сбитый кокос. Пластик, хлам. Сбитый кокос, чертеж у нас есть или что? Есть, да? Рецепт, да. Так, а сытные закуски. Пластика у нас много в ящиках?
Пластика. Сейчас посмотрим. Да, дофига. Так, а вот ужин за кулу не повешу. Подожди, а красные дыни у нас есть? Не-а. Нет? Тогда несу. Просто это вообще это нужно выкинуть. Это блюдо же, а не... Да? Это соковыжималки. Угу. А еще омлет с грибами я нашла где-то. Так, омлет с грибами вроде есть. Но это не рецепт. Да, омлет с грибами есть. А, это с еду. Готовое блюдо, да. Я же говорю, мне надо дать по волю полазить, и я тогда все понахожу. Угу. Ну, я на верхние этажи уже не пойду, там мы вроде вместе ходили с тобой по всем поломам. Да, они там мало их, да, мы все обыскали. Че, остров латать будем? Этот, типа, дно? И дно, и этот, а что тут еще можно устроить? Ну, дна, по-моему, тут особо и нет. Не особо помню, есть ли на островах что-то подобное. Это типа дно такое, каменистое. А хочешь глянь быстро, я пока вот движок влеплю куда-нибудь и руль. Ну тут как бы у нас акула еще плавает. Так. Улов. Улов у нас клубничная колада. Объедки. Блин. Бульон из голов. Овощной суп. А чё? Готовая сука. Блин, одного сундука мало здесь. Тим. Если одно сундука? На кухне. А, для еды в смысле мало? Да. Угу. Так. Теперь можем какой-нибудь ближайший здоровенный остров, там поторгуем с челиками. Так, готово. Я забью координаты новые. Место. 59, 54, 99. Три арбуза нашла даже. А где ты серебряные водоросли нашел? И можжевельник. В городе покупал. А, ты их покупал? Это только покупается, да. По-другому их никак. Так. У них там вообще много всего, что можно купить. Так, ну надо 2 километра плыть дальше. Первым делом какой-нибудь зеленый остров. Так, так. А я серебристый смузи вытащила. К сожалению, придется. Чего? К сожалению, это я ломаю. Что ты ломаешь? Чуть-чуть корабля тебе ломаю, чтобы влепить. Что? No, God, please, no. Так, я повынесла 6 болтов и кучу хлама. Mm-hmm. И пластика. И, кстати, 4 железных слитка. Отлично. 3 водоросли и 1 моллюску. Так. Вылезет? Вылезет. Так, подожди, а фонарь мы можем заряжать, да? А, он у меня совсем пропал. Да, он в основанке полностью исчезает. Только новый крафтить. Такая вот штука. Так, что ты там ломаешь? Где ты ломаешь? Я тебе тут движок лепил, смотри. Теперь надо понять, как застроить эту хрень. Чтоб красиво было. Фундамент не даст поставить, к сожалению. Только придется выпуклу делать. Сейчас. А, мне доску надо. У тебя есть доска? Смотри, можно? Дай доску. Я покажу, как можно сделать. Так. Стену даст поставить, а вот пол нет. Так. Ну и так же это с другой стороны. Это сделано, наверное. Или что это будет за место, типа? Шкафчик какой-нибудь, слушай. А есть же шкафы, да? И будут у нас большие шкафы скоро, да.
Пока можно, смотри, ящики повесить, типа, в ряд, друг на другом. Не-не-не, у нас гвозди есть. Гвозди, по-моему, хлама дофига есть. А из него крафтить? Так, сейчас. Или нет? Или да? Че? Мы же современные люди. Подожди. Не современные люди сейчас. Им. Ви. Зацени. Погоди. Нормально. А куда я в не ту сторону сел? Как встать? Встать не могу. Ой. Надо развернуть тогда ее. Да, не той стороной туалет. Ну, извините, она не нарисована, какая сторона нужна. Ну, мы же современные люди. Чего? Что? Игра не без багов. Баг не без игры, да. Подожди, а как повесить? Теперь дверь. Занавеску. Спасибо. Ты что? А. Да я с игру ругаюсь. Что строишь тут? Занавеску хочу сделать. Почему я не могу ее повесить сюда, но я могу ее в конец повесить? Не такая вот система игры. Чем повесить ее? Темнеет еще. Я тут ее оставил. Ничего не вижу. Так, мы координаты, подожди, нашли на следующий остров. Я их уже ввел, да. А, да, получается. На этом серию мы будем заканчивать. Угу. Мы нашли сегодня два острова. Правда, второй не без багов и не без лагов. С перезаходами игры. Вот. А пока вы подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. И присоединяться во все социальные сети, ссылочки есть в описании и в шапке профиля. Мы ждем вас именно там. Увидимся с вами в следующей серии. Пока-пока!